достаточно хороший, интересный, пассивный абонентский доход с платежей клиентов. Давайте представлюсь, Андрей Прокопенко, я партнер компании в статусе директор первого уровня. Соответственно, у меня уже на сегодняшний день более чем в 15 регионах партнерская сеть и в 22 регионах клиенты. В основном понятно, что все продажи осуществляю я в онлайне, 95% моих продаж – это онлайн, как по партнерской сети, так и по продажам продукта. У меня огромный опыт в сфере маркетинга. Я был региональным управляющим компанией 2GIS долгое время, 7 лет, 17 городов подчинения, поэтому, общаясь с предпринимателями постоянно, да, слышал одни и те же, по большому счету, запросы, боли. И продукт UDS на сегодняшний день, и Light-тариф, и Pro-тариф решают эти вопросы легко. Да, решают эти вопросы легко, еще и автоматизированно, что в большей степени, да, сейчас соответствует мировым трендам. Вот, соответственно, речь сегодня пойдет именно о лайт-тарифе. Почему хотел бы обратить внимание на данный тариф? Во-первых, он очень помогает предпринимателям. Да? Мы рассчитаны с вами на микро, малый и средний бизнес. И ключевая наша с вами задача – это помогать данным предпринимателям, чтобы они свой бизнес развивали. Да? Во время пандемии, в марте, когда мы собирали более 4000 на форуме, да, предпринимателей, со всего мира, с разных уголков. Всем было интересно, как же можно выходить очень быстро, оперативно в онлайн, да? Как настроить продажи во время пандемии. Мы с нашим продуктом, конечно же, очень сильно помогли многим-многим предпринимателям во время пандемии не закрывать свои бизнесы, более того, даже не стагнировать, а еще и развиваться. Да? У нас на канале официально очень много кейсариумов, которые были во время пандемии запущены, и где предприниматели делятся своим опытом от внедрения UDS. Как и любой инструмент, IT-инструмент, наша площадка, наша платформа, да, ее ключевая задача выполнять автоматизированно процессы, да, которые позволяют предпринимателю экономить время как при работе со своим клиентом, так и при работе со своим персоналом. Ключевая задача, чтобы мы с вами настраивали качественно нашу систему, и она будет давать результаты. Вот. Итак, почему Light? Ну, во-первых, Light – это один из лид-магнитов. Да? Light-версия – лид-магнит для того, чтобы клиент, используя Light-версию, имел намерение переходить на Pro-тариф. Вот. Но в то же время, да, есть бизнесы, которым, правда, Pro-тариф он не нужен. То есть лайт-версии им более чем достаточно. Если вы посмотрите последний кейсариум и наше предыдущее выступление 29 декабря, где мы с Петром Беляевым, это соучредитель мой по компании 1М-сервис, да, мы презентовали именно, как работает лайт в бизнесах разных. И там очень хорошие показатели, очень хорошие цифры, да, предприниматель получает профит от использования UDS даже на версии Light. Поэтому, в первую очередь, Light-версия – это лид-магнит, но в то же время она выполняет достаточно большой спектр функций, которые позволяют предпринимателю зарабатывать деньги. Более 80% клиентов при качественном внедрении и запуске даже Light-версии остаются на платформе и продлевают постоянно свои абонентские платы. Наш с вами бизнес – это бизнес абонентских плат. Чем больше у нас будет клиентов на площадке, тем больше мы с вами будем получать этих абонентских плат, да, и строить бизнес именно на клиентских абонентских платах. Да. Дальше я буду рассказывать, как предприниматель, используя качество нашу систему, переходит уже в статус партнера компании. Ну, как бы это тоже интересная история, да, с точки зрения стратегии. Более 50% клиентов, использовавших Light, да, достаточное время, там месяц, два, три, может быть, четыре, переходят потом на Pro-тариф, потому что нужны пуш-уведомления, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому, друзья, качественный запуск Light, он обеспечивает нам переход на Pro-тариф. Это в 50% случаев. Третий момент – простота продаж лайт-версии. У меня на сегодняшний день выработана настолько система продажи лайт, что на встречу я трачу примерно 10-15 минут на продажу лайт-тарифа. Почему? Потому что, во-первых, лайт – это просто. Да, лайт просто объяснить, просто показать, как мы его запустим. Все, предприниматель четко понимает, какие функции он берет из лайта, что они ему дадут в бизнесе.
Вот, не надо ничего усложнять, 10-15 минут встреча, она может быть онлайн-встреча, да, она может быть офлайн. Встречи вообще может не быть, может просто переписка в WhatsApp. У меня часто бывает такое в Инстаграме, либо в WhatsApp, переписываюсь с клиентом, он оплачивает лайк, дальше мы его запускаем качественно, и все, работа пошла. А, конечно же, из-за популяризации продукта, да, чем больше предприниматели будут использовать UDS, тем больше у нас будет с вами пользователей, тем быстрее наша партнерская сеть будет расти. Потому что когда продукт, он известен, он понятен, и он понятен с точки зрения, что он дает клиенту, что он дает пользователю, рост партнерской сети неизбежен. И не просто в рамках, да, там, России, да, там, стран СНГ, а в мировых масштабах. Вот. Поэтому чем больше у нас продано лайтов на рынке, да и вообще, да, продукта на рынке, тем быстрее узнаваемость, тем быстрее у нас растет партнерская сеть. Лайт-тариф нам дает возможность заключать долгосрочные контракты партнерские с крупнейшими компаниями по автоматизации бизнес-процессов. Например, компания 2GIS, да, например, компания 1С. Мы можем выходить на таких игроков рынка, у которых уже есть клиентская база. Да, и по сути, по большому счету, одна и та же целевая аудитория – предприниматель. И с помощью инструментария, да, по запуску, с помощью инструментов самой платформы мы можем заключать такие крупные контракты и очень быстро захватывать рынок. Да? То есть я вот, например, на данный момент веду переговоры с компанией 2GIS. И там история очень хорошая, да, если мы договариваемся, там за полгода можно на площадку поместить от 20 тысяч компаний. Это очень круто, да, узнаваемость будет просто бешеная. Поэтому лайт-тариф – это легкий ход партнерства с крупнейшими компаниями по автоматизации. А какой у нас получает выгоду предприниматель, да, для того, чтобы нам с вами легко можно было продавать лайт, да, легко, даже не продавать, а легко рассказывать о лайт-версии, и предприниматель соглашался на эту историю. Есть 7 ключевых выгод, которые мы выделили с Петром Беляевым, когда анализировали вообще, ну, бизнесы, да, смотрели изнутри на бизнесы, которые используют лайт, что они получают, анализировали нашу систему. Что же дает, какие же преимущества дает лайт-версия? Ну, в первую очередь, это мобильное приложение, да, 3 мобильных приложения. Это UDS-кассир, UDS-админ и само мобильное приложение для пользователей. То есть, по большому счету, собственник бизнеса в моменте времени получает 3 ключевых инструмента, которые на сегодняшний день трендовые. Это очень круто. Второй момент очень важный – это замена пластиковых карт. В любом случае, сейчас предприниматели еще используют пластиковые карты. Во-первых, это дорого. Во-вторых, это сейчас уже не актуально, да, никто с собой не носит пластиковые карты. И вот, пожалуйста, вам лайт-версия, одна из выгод – это уход от пластиковых карт. Это момент, когда один всего лишь клиент может раздать 100 пластиковых карт, да, ну, скажем так, клиент на аутсорсе, да, давать рекомендации и так далее. Кстати, хочу заметить, что на лайт-версии, несмотря на то, что нет реферальной истории вознаграждения за покупки друзей, очень хорошо рекомендует компания. Вот. Третий момент, конечно же, это онлайн-магазин. То есть, как только мы заходим с вами на любой тариф, да, Light либо Pro, ну, сейчас конкретно говорим о Light, у нас появляется с вами интернет-магазин. Если у компании в этом есть необходимость, да, если у предпринимателя есть необходимость, а сейчас, опять же, это не необходимость, а прям первоочередная задача в связи там, с обстановкой в мире, мы предоставляем возможность иметь онлайн-магазин. Замена прямых скидок на кэшбэк. Тоже прямая выгода, когда мы скидки меняем на кэшбэк. Скидка – деньги из кассы, да, все это прекрасно понимают. Кэшбэк – это история долгосрока, да, долгосрочная, да, скажем так, игра в долгую, да, когда клиент к нам будет замотивирован всегда возвращаться. Когда клиент будет рекомендовать, будет не списывать сразу кэшбэк, чтобы накопить и потратить больше. Да. Кэшбэк позволяет очень хорошо растить средний чек. То есть плюсы от использования там, кэшбэка по сравнению со скидками, они очевидны. Далее, выявление мошеннических операций. Это когда мы в настройках делаем, ну, настройки, да, не более стольки-то операций на одного клиента. Очень важный пункт, особенно в сфере розничных продаж, да, где есть, скажем так, не совсем честные элементы со стороны сотрудников, да, когда я прихожу в магазин, я даю в кассу 5000 рублей, у меня нет никакой скидочной карты, а персонал проводит на меня как 20% скидку. То есть в кассу собственник попадает всего лишь 4000 рублей вместо 5.
Тоже история очень крутая с точки зрения экономии денег. Вот. В рознице это направо и налево делают, поэтому очень важно. Да, на лайте реферальной программы нет, но это не значит, что не рекомендуют. Посмотрите кейсы, которые выложены у нас на канале, вы увидите, что там и 5, и 6, и 7 уровней даже рекомендаций есть. Вот. Далее, кросс-маркетинг. Это возможность получать целевую аудиторию, да, с неконкурирующей компанией. Тоже классная история пополнения клиентской базы. Да, эта база, она теплая, она даже не холодная. Она не холодная, не горячая, но она теплая. Если мне предлагают получить сертификат, там, если я прихожу в косметологию, мне предлагают получить сертификат в салоне красоты там, на 500 рублей, и я нажимаю «Да, принять этот сертификат», значит, я теплая аудитория, значит, я потенциальный клиент. Тоже огромный плюс, да, и выгода для предпринимателя. И готовые интеграционные модули. На сегодняшний день мы уже интегрируемся практически со всеми известными системами учета. Даже если с какими-то еще не интегрируемся, то, я уверен, на данный момент идет процесс там, открытия API ключей, там, возможности этой интеграции. У нас очень много компаний, которые помогают с интеграцией, если она необходима, да, и у нас в системе этой интеграции нет. Поэтому инфраструктура для предпринимателя создана полностью. Да. Бери, используй лайт и получай профит. Еще раз повторюсь, обязательно посмотрите презентацию 29 декабря от 1М-сервис, где прям 5, по-моему, 4 или 5 кейсов с разных видов деятельности, там автозапчасти, магазин автозапчастей, там, магазин одежды, шугаринг. Везде есть рекомендации, везде есть очень хороший профит от использования лайт-версии. Далее. Выгоды клиента разобрали. Почему партнеру-то выгодно продавать лайт? Казалось бы, да, лучше продать про-версию за $900, получить $900 и все хорошо. Вот, но, опять же, если посмотреть на историю продажи про-версии полной, да, эта история немного длинная, да, она, ну, потому что предприниматель принимает решения, да, более, ну, как, анализируя какие-то вопросы, ну, элементарно цена, да, $900, либо $30, это, ну, разная история. Ну вот, и поэтому лайт выгоден чем? Во-первых, мы получаем с вами пассив на абонентских платежах, который легко наращивать с помощью лайта. Раскидывай лайты, продавай лайты, запускай с помощью профессионалов, все будет работать, еще будет апгрейдиться, да, до про-версии, а с про-версии уже и на партнерку клиенты будут апгрейд делать. С лайта очень легко вывести предпринимателя к тарифу Pro. Почему? Потому что он уже почувствовал эффект от использования лайт, и, естественно, он понимает, что если я буду использовать Pro, то там эффекта в разы будет больше. То есть крутая история, когда мы спокойно переходим и апгрейдим его на Pro тариф. Предприниматель знакомится с продуктом, да, видит выгоды, и при этом, если мы качественно с вами сопровождаем и внедряем с помощью профессионалов, да, систему, где 1М кейс посмотреть, я, да, на канале, на официальном есть запись от 29 декабря. Вот, соответственно, здесь мы понимаем, что предпринимателю нравится продукт, он задаст логичный, правильный вопрос, который задают большинство предпринимателей. А как с этим продуктом можно зарабатывать? Потому что у меня в окружении тоже есть предприниматели, такие же, как и я. Я хочу рассказать им об этой системе. И что мы предлагаем, да, как компания 1М-сервис, это качественный запуск по комфортным, очень комфортным ценам для предпринимателя. Потому что наша ключевая задача, чтобы у него лайт заработал, чтобы лайт приносил ему профит. Дальше уже все будет по накатанной. Если говорить про математику и выгоду для партнера, вот прям в цифры углубиться, да, то в первую очередь могу сказать следующее. В месяц 10 лайтов продавать легко. 10-15 минут встречу проводим, можно не проводить встречу, просто скидывать информацию, брать таблицу выгод, отправлять. И, в принципе, да, предприниматель принимает решение о покупке лайт. 10 легко, это уже проверено и не только мной одним. Вот, давайте предположим, да, опустимся в ситуацию, когда мы за 6 месяцев каждый месяц по 10 лайтов реализуем. Через полгода мы с вами гарантированно получим 42 тысячи рублей с абонентских платежей. Чтобы зарабатывать сегодня 42 тысячи рублей, надо либо на работу ходить с 9 до 6 ежедневно, да, ну, среднестатистическая зарплата по стране у нас, либо, например, купить квартиру за 12 миллионов в Москве и сдавать ее за 40 тысяч.
Вот, но в квартире еще надо делать ремонт, искать постояльцев, постоянно вот эта история, да, смена жителей, да, как их, квартирантов и так далее, и так далее. Здесь же мы сдали лицензию, продали лайт-версию и получаем доход с абонентских платежей. И вспоминаем, да, о том, что по статистике конверсия из лайт-версии в Pro примерно 50%. То есть через полгода мы можем с вами иметь доход 180 тысяч рублей с клиентов, которые перешли, например, на аренду. Да, я сейчас вот здесь прямо рассчитал аренду, потому что с лайт-версии очень часто переходят на аренду. Да, сначала $30 платят, потом 100. Нам с вами компания возвращает 80. Это классная история, когда мы с вами в месяц можем иметь доход 180 тысяч рублей, плюс прибавляем 20 тысяч оставшихся слайдов, которые еще пока не сделали апгрейд на аренду. Да, вот они наши с вами 200 тысяч чистого дохода ежемесячно. И в чем ключевой момент, если думать, ну, вот с точки зрения стратегии, а не здесь сейчас за 900 там попытаться, да, продать и так далее. Мы этой историей легкостью, да, от простого к сложному, мы наращиваем свой доход, ежемесячно наращиваем доход, ежемесячно наращиваем доход. Тем более есть компания, которая помогает сопровождать и запускать лайты. Мы туда даже голову не включаем, мы отдаем профессионалам эту историю, и они нам помогают потом еще и лайт апгрейдить до Pro. Ну вот, ну и еще раз повторюсь, да, давайте сейчас предположим ситуацию, вот у вас было бы проданных 50 лайт, да, которые получают ежемесячный результат. Вы с этого получаете профит с точки зрения абонентской платы, да, в $10. У нас сейчас итоги года. Итоги года подразумевают под собой очень высокую конверсию закрытия клиентов, во-первых, в ProTarif, во-вторых, в партнерскую структуру, в партнерскую сеть. То есть очень много предпринимателей, приезжающих к нам на итоги года, я из практики это неоднократно видел, принимают решение стать партнерами. И это крутая история. Вот представьте себе 50 предпринимателей, которых вы бы пригласили на итоги года, где будет огромная масса, да, предпринимателей с большим опытом, с компетенциями, с навыками, которые будут друг с другом делиться опытом. И как у нас тогда с вами, друзья, будет расти партнерская сеть? Это вот опять же, да, от простого к сложному, от простого к сложному. Там, где просто, там всегда большие деньги. Вот, и с точки зрения стратегии, если каждый из вас там рассчитает, например, через 5 месяцев я хочу получать вот такой доход, мне для этого нужно там продавать 10-15 лайтов в месяц. Как это сделать? У нас много обучений проходит с точки зрения, как продавать вообще лицензии, да, как продавать лайты. Таня Фурсова дает отличное обучение с точки зрения, как продавать UDS, да. Много школ по внедрению. Мы даем информацию как 1М-сервис, делимся опытом, как мы на сегодняшний день реализуем лайты, и действительно это делать легко. Поэтому прийти к задаче, да, получать с абонентских плат хороший доход легко. Главное идти от простого к сложному, а не наоборот. Потому что, исходя из практики, я видел, да, много раз рассказываешь про Pro-версию, все, тарифы, переходишь к стоимости, и тебе предприниматель говорит, дорого. Ты такой, ну давай хотя бы с лайта начнем. Вот в этой истории уже сложнее ему продать лайт, потому что он уже почувствовал Pro-версию, да, но физически у него, ну, просто денег сейчас нет, да, на Pro-версию, например. Поэтому, друзья, от простого к сложному, от простого к сложному. Я не говорю, что всем подряд надо продавать только лайт. Нет, конечно, сами уже смотрите по ситуации, но когда от простого к сложному, всегда бизнес строится легче. Это что касается математики, почему выгодно, что дает нам в перспективе вообще распространение лайт, и, как я уже говорил, да, резюмируя там и рост партнерской сети, и рост клиентского портфеля, да, причем очень быстрый рост клиентского портфеля, больше узнаваемости, больше пользователей. Здесь я вижу только плюсы, и мы, как партнерское сообщество, чем больше у нас будет с вами клиентов, тем больше о нас будут говорить в положительном формате, да, и тем больше еще у нас будет клиентов появляться. Вспоминайте историю компании 1С, да, как они начинали, как сложно все у них шло. Мы сейчас находимся в той стадии развития бизнеса, когда у нас уже 12 миллионов пользователей. У нас уже постоянных клиентов на платформе 6,5 тысяч. И это круто. Вот сейчас 2021 год – это прорывной год с точки зрения увеличения клиентского портфеля.
И логично, соответственно, увеличение партнерского портфеля то же самое. Поэтому, друзья, используйте инструмент Light, потому что от простого к сложному, от простого к сложному. И Light продаются легко. Просто нарисуйте себе картинку, у меня 50 лайтов, которые через 5 месяцев, через 6 перешли в Pro. Какой доход я получаю? Да, из этих Pro сколько стало партнеров? И вот эта стратегия позволит вам взглянуть на лайт-тариф другими глазами. Вот. Что касается 1М-сервис, я Петру сейчас передам слово. Петр Беляев – это мой компаньон по созданию компании 1М-сервис. Мы целенаправленно выбрали нишу внедрения, запуска и сопровождения именно лайт-версии. Почему? Потому что хочется, чтобы предприниматель, получая от нас софт, лайт-версию, да, был им доволен. Потому что я, находясь в партнерском сообществе, заинтересован в результате каждого партнера. Потому что чем больше результата у меня будет, например, где-то в городе Мурманске, чем больше будет клиентов, тем мне будет проще туда заходить как по партнерской сети, да, так и подключать каких-то клиентов. На сегодняшний день 1М-сервис успешно уже ведет лайт-версии. Мы показываем хорошие результаты, да, кейсы посмотрите, увидите. У нас работают и SMM-специалисты, да, если необходимо, и дизайнеры, которые помогут настроить так, как нужно. Ну, что говорить уже, да, о опыте, который мы имеем с точки зрения продукта. У меня на сегодняшний день реализовано более 50 лицензий в разные сферы, да, 22 города. Самый крайний на сегодняшний город, где у меня есть клиенты, это город, у меня там уже два клиента. И я ни разу там не был, я даже не знаю, где это. Я знаю, что это порт, вот какой-то самый крупный, но клиенты там очень хорошие. Вот. Поэтому, друзья, используйте Light как лид-магнит, используйте Light как стратегический рост вашего клиентского портфеля, рост абонентских плат и рост партнерской сети, и все будет окей. У меня на данный момент все. Если есть какие-то вопросы, будем отвечать уже в конце, не под запись, да, выключим запись и ответим на вопросы с Петром. Вот сейчас я передаю слово Петру Беляеву. Петр Беляев у нас очень, скажем так, большой, имеет опыт и квалификацию с точки зрения внедрения продукта, с точки зрения продаж продукта. Также у него хороший опыт построения партнерской сети. На сегодняшний день, работая с ним в команде, вот знаете, трешки, да, по продаже лицензиям, трешки по построению партнерской сети. Вот когда с Петром работаешь, ты четко понимаешь, каждое его слово, оно подкреплено его опытом. Поэтому, Петр, я передаю тебе слово. Петр будет делиться вообще этапами, как мы реализуем лайт-версии, да, и почему, еще раз подтвердим, лайт продавать на лайте нужно. Все, спасибо, друзья. Передаю слово опять тебе. Андрей, благодарю тебя. Друзья, рад всех приветствовать. Я буквально в двух словах, да, также скажу о себе. Андрей меня уже представил. Я являюсь партнером компании Global Intellect Service чуть меньше 2 лет на сегодня. Вхожу в департамент внедрения сервиса UDS. Являюсь основателем и директором аккредитованной компании по внедрению Essential, а также соучредителем маркетинговой компании 1М-Service, да, о которой сегодня уже говорилось. И на сегодня у меня есть клиенты и партнеры в 6 субъектах России и в 2 странах. Да? Вот, собственно, смотрите, о чем мы сейчас здесь, да, приветствую всех. Поставьте, пожалуйста, десяточки, да, чтобы я понимал, что вы меня хорошо видите и хорошо меня слышите. Десяточки, пожалуйста, напишите, если со связью все хорошо и вы меня видите. Значит... Отлично, есть десятки, поехали. Смотрите, друзья, итак, Андрей сейчас рассказал, почему история с лайтом в целом интересна всем участникам процесса. И компании Global Intellect Service, и рынку, и партнерскому сообществу, да, и отдельно взятому партнеру. Да. И также, почему, собственно, интересно, в чем математика, да, в чем здесь выгода, и какие преимущества лайт-тарифа для бизнеса. Да, то есть 7 функций, и каждая из этих функций содержит прямую причинно-следственную связь с увеличением профита того или иного бизнеса. Сейчас мы поговорим о том,
То есть моя задача сейчас вам, да, показать, почему продавать лайт легко, как легко продавать лайт и что делать, когда вы уже продали лайт, да, какие дальнейшие действия. Итак, поехали. Почему продавать лайт легко? Да, давайте разберемся вместе. Ну, первое и самое очевидное преимущество лайта в отношении про-тарифа – это доступность по цене. Лайт доступный. Да, сумма $30, а это примерно 2300 рублей в месяц. Это очень комфортная цена для предпринимателя. Чтобы потратить такую сумму, как правило, ничего не нужно ни с кем согласовывать. Да? Второе преимущество – это простота. Лайт максимально простой. И для партнера здесь легко разобраться, даже если партнер является новичком в этом функционале. И для предпринимателя легко разобраться в функционале прямо во время встречи. Да? Третье – это, собственно, экономия времени партнера. В чем здесь экономия? Продажа Light сокращает время встречи с предпринимателем. И, соответственно, о чем уже Андрей говорил, да, вероятность продажи с первой встречи, да, она вырастает в разы в отношении тарифа PRO. То есть эта история не в долгую. Соответственно, здесь и время встречи сокращается, и количество, да, повторных встреч сокращается, может и сводиться лишь к одной встрече. Это экономия времени партнера, которую можно использовать для роста своей партнерской структуры, да, для развития партнерской программы. И также третье, прошу прощения, следующее преимущество, да, возможно, продажа по переписке. Вот каким образом? Смотрите, не всегда даже есть необходимость выходить на встречу с предпринимателем. Буквально сегодня утром, когда мы с Андреем созванивались, он мне рассказал об итогах вчерашнего дня. Андрей сам родом из Оренбурга, и он состоит в неком предпринимательском чате. Он сделал короткий оффер, скинул информацию в чат, дополнил презентацией, да, и, в общем, реферальной ссылкой на регистрацию. И, прочитав этот короткий оффер, получил 12 регистраций через этот чат, то есть предприниматели зарегистрировались уже сразу в нотариальную версию, да. Вот, соответственно, сейчас в течение этой недели понятно, что определенное количество конвертируется в лайт-тариф, да, потому что цены, опять же, очень комфортные. Также Таня Фурсова очень тоже неоднократно, да, очень хорошо описывала историю, как можно продавать, в общем, через Инстаграм, например. То есть достаточно взять, сделать, ну, посмотреть, например, что из себя представляет бизнес. Например, это может быть магазин там, корейской косметики, да. Зайти на сайт, сделать демо-версию, что занимает порядка 15 минут, вставить логотип той компании, к которой вы планируете обратиться, да, взять фотографии именно этой компании и заполнить, чтобы предприниматель видел, что, ну, прям, знаете, уже оформлено его родное, да, его родной контент, фотографии, да, те или иные позиции. Дальше можно скинуть эту информацию, представиться, да, представить себя как, собственно, эксперта в продукте и, в общем-то, спросить, да, хотите, чтобы у вас было что-то подобное. Вот, значит, здесь же можно сразу скинуть ссылку на регистрацию, да, и по сути, то есть если человеку интересно, можно сразу ввести его в WhatsApp, да, и в формате переписки, соответственно, сконвертить на лайт, да, вот, это довольно просто. Следующее преимущество, почему продавать лайт легко, потому что он закрывает потребности микробизнеса. То есть смотрите, функционал лайт, он достаточен практически для любого микробизнеса, практически для любого стартапа. Как, впрочем, и ProTarif, но Light, опять же, в силу того, что он доступен по цене, охватывает гораздо большее количество предпринимателей. Да? То есть представьте, на старте микробизнес, какие-то затраты, да, каждая копейка на счету, и, в общем-то, ну, о ProTarif'е здесь говорить не приходится. И вот эти предприниматели, да, если партнер целится именно на ProTarif, они оказываются за бортом. А в случае, если мы движемся через базовый функционал, через Light, да, с такими комфортными ценами, то понятно, что охват в итоге, он становится в разы шире. И следующее, да, преимущество. Сделка здесь и сейчас. Смотрите, у предпринимателя 100% есть деньги на карточке, на Light с собой. Да? Ну, вот у всех, я думаю, сейчас есть на карте 2300 рублей.
Да? Соответственно, если мы говорим про ПРО-тариф, $100, $900, да? Не факт, что предприниматель с деньги с собой, то есть встреча заканчивается, соответственно, нужна еще одна встреча потом, чтобы закрыть сделку. Там предприниматель может где-то уже передумать, еще что-то случится. Здесь можно закрыть сделку прямо здесь и сейчас. Да? И, собственно, почему еще легко? Потому что на сегодня есть компания 1М-сервис, то есть команда профессионалов, которые легко и качественно запустят лайк по комфортной для предпринимателя цене. Да? Вот эти все преимущества, почему продавать лайк легко, которые я выписал. Ну и одно, которое хотелось бы еще, наверное, скажем, по скриптам сказать, потому что уже сейчас есть великолепные кейсы, о чем сказал Андрей. Можете зайти на официальный канал, да, UDS отзывы предпринимателей, посмотреть крайний кейсариум, там есть очень хороший кейс на Лате. Можете посмотреть на YouTube-канале Global Intellect Service вебинар от 29 числа. Наш вебинар, который мы проводили совместно с Андреем, с Марией Прокопенко, там есть демонстрация великолепных кейсов. Несколько кейсов с абсолютно различных ниш, которые получили первый профит с Light тарифа и потом сконвертились на Pro тариф, на полный функционал. Вот, собственно, двигаемся дальше. Как легко продавать лайт? Давайте посмотрим. Как правило, встреча с лайт-тарифом занимает около 20 минут. Структура встречи, если это встреча, скажем так, в онлайне, да, то есть личная встреча, то, как правило, это знакомство с предпринимателем, да, это выявление его потребностей, очень кратко, ознакомление с функционалом, да, то есть для этого можно использовать, в общем, сайт, да, он сам как презентация, можно продемонстрировать демо-версию. Запрос обратной связи от предпринимателя, кейсы мы можем скинуть уже в личку, да, и, соответственно, здесь можем сразу предпринимателя, собственно, зарегистрировать, закрыть сделку, да, просто, значит, показав ему, как оплатить. И самое главное, сразу здесь создать договоренность о том, что есть компания по качественному, легкому профессиональному запуску, да, соответственно, я с твоего позволения тебя с этой компанией свяжу, передам твои контакты, и специалисты выйдут на связь и расскажут о своем профессиональном запуске. Вот, собственно, все. Смотрите, за последние 3 дня, позавчера была сделка по лайту и проданный пакет 3000-ный. Вчера была тоже сделка, это уже партнер, да, вывел, и предприниматель взял средний пакет Optimum. И сегодня, буквально вот за 10 минут до начала презентации, я выставил счет на Light, стоматология, город Михайловск, это у нас город Ставрополь, да, 3 километра от Ставрополя, город Михайловск. Предпринимателю как раз-таки я рассказывал именно про базовый функционал, как сказал Андрей, от простого к сложному. И в перспективе показал, что есть еще на расширенном функционале, в результате чего предприниматель принял решение взять лайт-тариф и попросил выставить счет, вот как раз-таки минимальный пакет 3000 рублей. То есть, по сути, видите, продавай лайт на лайте, то есть это возможность там, чуть ли не каждый день, а может быть там не один раз в день, закрывать сделки на лайте, передавать компании на запуск в 1М-сервис. Что касается онлайна, да, я уже немножко об этом сказал, здесь в целом то же самое, то есть можно списаться с тем или иным предпринимателем, да, выявить какие-то потребности базовые, значит, дальше ознакомить с функционалом, то есть скинуть либо презентацию, либо подготовленную демо-версию, да, как я говорил, Таня Фурсова очень хорошо рассказывает об этом в своих обучениях, скинуть демо-версию, где уже данные предпринимателя, и спросить, в общем-то, хотел бы ты, чтобы у тебя было что-то подобное. Вот, сопроводить это можно несколькими кейсами, ну и, в общем-то, дальше ввести предпринимателя в WhatsApp, например, в переписке, его зарегистрировать. Ну, возможно, потребуется там созвониться, чтобы закрыть сделку. Вот, так или иначе, часть именно предпринимателей предпочитает общаться, ну, через переписку, да. Вот, ну и обязательно, конечно же, передать на внедрение, потому что в любом случае лайк нужно запускать. Поехали дальше. Что делать, когда продал лайк? Ну, здесь, собственно, нужно обратиться в 1М-сервис, да. Ну, смотрите, вернусь также обратно. Здесь можно также использовать 1М-сервис в процессе закрытия сделки.
Да, то есть рассказали предпринимателю о тех 7 преимуществах, которые показывал Андрей в табличке. И уже здесь, даже до закрытия сделки, можно сразу рассказать, что есть команда профессионалов, которые запускают этот базовый функционал, и это все происходит по очень комфортным ценам. Вот. То есть даже здесь, вот, да, это уже есть некий рычаг, да, по закрытию сделки, упоминание 1М-сервис. Когда соответственно, обратитесь в 1М-сервис, да, и здесь нужно сказать предпринимателю, у нас как о компании, которая качественно запускает и сопровождает лайт, то есть сделок у нас промо. Смотрите, я вам кидал пример Нескрит, который предлагаю попробовать в действии уже сегодня. Да. Пример Нескрит такой. Поздравляю, да, вы, соответственно, у нас на платном тарифе, на базовом функционале, теперь главное его качественно запустить. Для этого я вам рекомендую компанию 1М-сервис. Это команда экспертов с большим опытом, они знают, как качественно запустить лайт, что позволит сэкономить ваше время и не сделать ошибок. Я рекомендую связаться с 1М-сервис. По опыту знаю, что встреча с ними онлайн занимает, как правило, 15-20 минут. Я, с вашего позволения, передам ваш контакт. Когда удобно, чтобы специалисты с вами связались, сегодня или завтра? Вот примерно таким образом можно сразу промотировать компанию 1М-сервис, да, и создать некую договоренность с предпринимателем о том, что специалисты свяжутся. Вот, я, как вам идея, друзья, попробовать этот скрипт уже сегодня, да, в деле? Вот, поставьте, пожалуйста, там, например, 5, да, если скрипт показался простым, если скрипт показался эффектным, и если планируете его использовать, ну, либо сегодня, либо в самое ближайшее время. Я буду двигаться дальше, да, на секунду, да, может быть, кто-то захочет сфотографировать или заскринить, то, соответственно, можете это сделать, на секунду задержусь. Угу. Да, благодарю за 5, вижу обратную связь, и мы поехали дальше. Собственно, как партнеру GIS обратиться в 1М-сервис? Вопросы вижу, да, от Мироненко Романа. Сколько стоит интеграция 1С? Давайте сейчас мы закончим презентацию, и уже у нас будет блок вопросов, да, тогда мы, соответственно, берем. Итак, как партнеру обратиться в 1М-сервис? Смотрите, есть инструкция, которая выложена у нас в новостях, на платформе UDS. 1М-сервис также использует UDS, да, понятно. И здесь, соответственно, можете отсканировать, попадете прямо в раздел, там коротенькая инструкция, что конкретно нужно делать. Да. Как вообще нас найти? Смотрите, достаточно отсканировать QR-код, да, вот они встречаются у нас на каждой страничке здесь презентации. Можете отсканировать и добавиться в клиентскую базу. Либо, смотрите, если вы сейчас смотрите, например, со смартфона, да, и вам неудобно, то просто можете открыть приложение UDS, кликнуть на «Сканировать промокод» и выбрать QR-код вручную. Там просто латиницей достаточно набрать 1М-сервис, без каких-либо знаков препинания, 1М-сервис, одним словом, и найдете нашу компанию. Можете туда добавиться. Да? Соответственно, вот так просто, у нас там есть чат, да, сразу можете перейти в Telegram-чат и там уже взаимодействовать с нами, да, с представителями компании. Давайте я сейчас еще включу буквально минутный ролик о том, что из себя представляет, ну, собственно, обращение в компанию 1М-сервис, да, каким образом это делается на практике. Одну секунду. Ролик не идет. Давайте попробуем еще раз. Не получается у меня запустить ролик по какой-то причине. Сейчас попробую еще раз это сделать.
Окей. Так, друзья, вот примерно так, да, довольно просто обратиться можно в 1М сервис. Я прошу прощения, да, у меня почему-то технически, я сам не видел этого ролика, да, как да, в известном фильме «Маленькая техническая неувязка». То есть достаточно, в общем, значит, добавиться, да, к нам в чат, да, заполнить короткую заявочку и в чат написать, что ну, направить я. Это все. Смотрите, давайте резюмируем. Итого, лайт история, да, история с лайтом, она актуальна сегодня всем. И компании разработчиков с точки зрения экспансии, да, завоевания рынка, и довольно крупным там, да, компаниям, части сотрудничества. И, соответственно, также, скажем так, ну, развитие самого продукта, да, что позволяет проще потом строить партнерскую программу. Вот, то есть узнаваемость бренда, да, вырастает в разы. И партнер может сформировать свой пассив, да, дальше, соответственно, конвертировать, да, это в протариф, ну и впоследствии перевести предпринимателя в партнера. Вот, давайте тогда, друзья, на этом финалить. Я сейчас остановлю запись, и у нас, соответственно, будет блок вопросов. Я желаю всем хорошего дня и продавайте лайк на лайте.